Всем привет! Москвичей призвали не поддаваться панике из-за китайского вируса. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. В Мосгордуме призвали жителей Москвы не поддаваться панике из-за китайского вируса. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ларису Картавцеву. Как отметила сама Лариса Картавцева, в мегаполисах риск заразиться вирусным заболеванием есть, но на территории всей страны принимаются необходимые меры, чтобы коронавирус не распространялся. В частности, был усилен санитарно-карантинный контроль на границах, мониторинг за эпидемиологической обстановкой ведется постоянно. Медицинские учреждения получили необходимые указания по новому типу вируса. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!